Сотрудники регионального управления Росгвардии впервые стали участниками декады, посвященной Национальному дню донора. Сегодня руководящий состав и сотрудники ведомства сдавали кровь на базе городского отдела вневедомственной охраны. Елена Коржова убедилась, росгвардейцы верны не только военному, но и гражданскому долгу. Работаем кулачком. Сжать, разжать. Вот так, с непринужденной улыбкой, олимпийским спокойствием и поистине офицерским достоинством держится замначальника управления Росгвардии области Алексей Арбузов. У полковника полиции за плечами служба в СОБРе. Да и в роли донора он уже в седьмой раз. Сегодня пришел подать пример сослуживцам. Это люди, которые, как никто, знают, что такое человеческая жизнь и какова его цена. Я считаю, что участие в этой акции – это долг каждого здорового гражданина. Росгвардия призвана на защиту граждан. Делать это можно и не во время выполнения служебных обязанностей. Поближе, поудобнее. Присаживайтесь к столу. Заместитель командира роты вневедомственной охраны Олег Шевченко на защите правопорядка стоит уже 5 лет. Кровь сдает во второй раз. А его донорский дебют состоялся в 2012 году. Самое время вернуться к добрым делам, уверен старший лейтенант. Эта акция очень полезна. И считаю, что каждый человек, в том числе и те люди, которые работают в правоохранительных органах, должны оказывать помощь населению не только в борьбе с преступностью, а даже вот взять такие простые вещи. Кому-то эта кровь, возможно, поможет. Управление Росгвардии как структура впервые участвует в декаде, посвященной Национальному дню донора. Он отмечается ежегодно 20 апреля. В минувшую пятницу на областной станции переливания кровь сдали больше 200 человек. Завтра там ждут еще 100. Это студенты Белгородского госуниверситета. К общему делу уже присоединились сотрудники городских предприятий. Включиться в него планируют и банковские работники. К сожалению, все больше и больше людей нуждается в переливании донорской крови. Без этого никак не обойтись. Вот. И мы призываем всех желающих здоровых людей принять участие, прийти на нашу станцию переливания крови, внести свой благородный гражданский долг в общую копилку всех добрых дел наших людей, чтобы донорская кровь их помогла больным людям, которые нуждаются в этом. Собранную вне медицинского учреждения кровь обследуют на станции переливания и только потом разделяют на компоненты – эритроциты, тромбоциты и плазму. Сегодня свой вклад в общий банк данных крови внесли 30 сотрудников регионального управления Росгвардии. Все вместе сдали около 15 литров. Елена Коржова, Александр Поддубный. К этому часу Белгород.